Наверное, холодная война водителей за парковочные места так никогда и не закончится в пользу автомобилистов. Администрация усердно закрывает глаза на столь откровенную проблему. А сотрудники ГИБДД ежедневно собирают железный урожай, который вырос в неположенном месте. За 7 месяцев этого года у нас эвакуировано 689 автомашин, транспортных средств, которые помещены на специализированную автостоянку. В Рязани пока что всего 2 эвакуатора. Никакого вреда, по крайней мере визуального, автомобилю они не причиняют. Зато хозяин транспортного средства, выйдя на улицу и не обнаружив свое имущество там, где оставил, теряет миллионы нервных клеток разом. Но негде парковаться людям. Если уж черным седаном с номерами ООО, РОО и прочее ё-моё можно бросать служебные иномарки где попало, без каких-либо последствий, то простым рязанцам приходится платить по 1500 рублей за каждый час простоя под знаком.